Всем привет! Мы открываем настольную игру «Грибоедовы». И в нее еще можно играть с Алисой. Алиса ведущая. Офигеть, как тут много всего. Тут есть вот такие фишечки. Сейчас я их вытащу. Такие фишки. Я не знаю, зачем они вообще. Без понятия. Там одна упала уже. Потом поднимем. Такие фишечки. Разные. Тут всякие животные. Грибы разные. Такие еще. Такие. Я вообще не буду показывать. Еще. Такой какой-то ковер самолет, наверное. Баба-яга. И какая-то молния. И сапоги. И лупа. Посмотрим, что там еще есть. Так. Это что еще? Так, еще такое. Еще тут есть игровое поле, которое нужно каким-то таким движением скреплять. Так, это пошла. Посмотрим, что там еще. Еще какие-то фишечки. Тут ничего не нарисовано. Собачка, какой-то мальчик, еще мальчик и две девочки. Вытащу. Оп. Еще тут есть такие карточки, корзинки. Тут только одни карточки, только корзинки. Вот тут еще некоторые кверх кармашками. Еще тут. Такие. Еще тут есть такие какие-то штучки. Синенькие. Наверное, это вот так вот их ставишь, наверное. Я не знаю, не вмещается сейчас туда. Ну, посмотрим. Такие их 4 штучки. И вот такой очень красивый кубик. Он очень красивый. Ну и последнее, что тут есть. Так, это вот. Тут инструкция, как мне играть. И еще инструкция. Вот игровое само поле. В нее еще с Алисой можно играть, это очень круто. Ну и все. Я поиграю в эту игру и расскажу вам, понравилось мне или нет. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И ставьте лайки. Всем пока-пока.